боулинг. Этот сезон самый дикий в истории спорта. Новый парень появился, все должны быть начеку. Но я даже не потрудился узнать его имя. Тебя только что поджарили как следует. Прямо как курицу-гриль. Пробовал когда-нибудь курицу-гриль? Тебе понравится. Она довольно полезная. У него было несколько игр с 300 очками. Еще он заявляет, что кузен Андерсона Купера. Такой же рыжий. Его успех просто сумасшедший. У тебя есть мечты? Секс втроем. Что? Четвером. О чем ты мечтаешь? Хочу побороться с парнем из Дюны, Тимоти Шалами. Просто интересно. Такого яркого игрока не было со времен Линды Керсон. Уолтер может кем-то стать. Типа мусорщиком или уборщиком в Ваканде. Что? Как твои шары, кстати? Я регулярно их проверяю. Не дам этим клоунам забрать мою славу без боя. Если не победим ее, у нас ничего не останется. Я выбью страйк перед всеми, кто тебя уважает. И тогда они возненавидят тебя. А потом захотят секс втроем со мной. Черт, Уолт, ты все еще об этом? Да, это время Уолта Лека, детка. И чувствую возбуждение в штанах. Я не так уж плох, но она чертовски хороша. Хочу разрушить это наследие. Хватит. Что? Мне нравится. Спасибо, богиня. О, боже.